На Приморском бульваре состоялся флешмоб в поддержку политических прав переселенцев. Такой акцией активисты хотят привлечь внимание власти к избирателям, лишившимся права голоса. В Одессе состоялся флешмоб на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье для защиты политических прав внутренне перемещенных лиц. Дело в том, что из-за нерегулярного законодательства уже третий год переселенцы не могут воспользоваться правом голосования, а это почти 4% украинских избирателей. Внутренне перемещенные лица должны иметь право голоса. Все мы стремимся объединить Украину, но она никогда не будет единой без их голосов. Поэтому мы призываем политиков вернуть право голоса внутренне перемещенным лицам для того, чтобы Украина стала единой. На сегодняшний день право голоса сильно привязано к регистрации по месту жительства. Но в случае регистрации внутренне перемещенные лица теряют много привилегий и социальных пакетов. Таким образом, ситуация усложняется, и у людей остается выбор – либо воспользоваться социальной помощью, или же отказаться от нее и воспользоваться правом голосовать. У них сейчас выбор – либо есть, либо голосовать. Это, естественно, недопустимо. Соответственно, мы говорим о том, что должна быть для них отдельная процедура регистрации, которая позволит им реализовать их право голоса без утраты статуса внутренне перемещенного лица. Таким образом, общественники сформировали своеобразную живую карту Украины, показав тем самым, что без единства мы не преодолеем проблему. Они, взявшись за руки, продемонстрировали целостность как символ нашего государства. Узнал об акции через Facebook, увидел то, что Комитет избирателей Украины проводит данную акцию. Акция по поддержку отстаивания избирательных прав переселенцев. Решил выйти и поддержать эту акцию. Это фундаментальное право каждого человека, который живущий в стране. Право голосования. И то переселенцы, которые приехали, будем говорить, в Украине, не оккупированные территории, которые не живут, это то, которое больше переживает судьбу Украины. Поэтому то, что у нас нет права голоса, это мы двойное пострадаем. Мы доверили Украине, приехали сюда. Активисты уверены, что с помощью флешмоба будут услышаны. В любом случае, кроме акции, Одесская областная организация «Комитет избирателей Украины» подготовили и законопроекты, которые после утверждения помогут решить многие задачи переселенцев.